Ребята, а вы верите вот этим словам, что вы говорите? Украина сама на себя нападает, Украина сама себя бомбит. Вы верите хоть этими словами? Где вы взяли эти слова? Это слова чьи? Ваши или вашего наставника или кого? Как Украина может бомбить сама себя? Это какая должна быть армия, чтобы Украина могла бомбить сама себя? Потом русских, которые на территории Украины во всех городах бомбят Украину, и белорусских. Ну, тут вообще в голове, тут надо немножко, ребята, размышлять и понимать, что уже весь мир знает о том, что происходит на самом деле. Поэтому, ну, надо немножко размышлять и думать над своими словами.